Что, запись пошла? Не-не-не, выключай пока. Не, нихуя. Больше ну, трэши вырубай. Не будете больше косячить. А ласки тоже типа эрдру, да, так понял? Да, два эрдру. О. Давайте уже раз разбирайте этого дурака. Походу фурика надо спекаться, спекаюсь, короче. Зачем? Ну вы танки два. Почему я в ретрик? Какой ты ретрик? Нет, это бред вообще, вы чё гоните, что ли? Спекайся, конечно. Ну потом не переведем третью фазу, да. А чё я не могу одеть, сука, чё я не могу? А, я же не фурик еще, сука, надо спекнуться. Дай каски там, чё-нибудь, а то мы сейчас трэш будем три дня бить. Все подходите, всех брав. Так, ну чё? Ну лимон, каски, честер, волки, кресты, как обычно. Давайте, чё эти мобы стоят живые, они уже сдохнувшие должны быть. ДК пока нет. Сейчас-то ты один оттанчишь, там командира нету, танди там кубин. Поебать, вырывайся, хуяри этих пидоров. Начнем с метки, с квадрата. Все квадраты убиваем. Так и будешь танчить в нем. А когда мы пойдем долго нести обычку? Завтра. Во сколько? Блять, да? Не отлетай к тем мобам, ну ебаный стыд. 7 мобов будет. Во сколько в календаре стоит? Чё, треугольник зерли? После ИВК, по-моему. Но ИВК мне нужна очень быстрая явка и 100%. Быстро 4 босса убиваем. И потом идем целиком нормальным составом. Состав будет залуп, я даже собирать не буду. Бродячих и мобов убиваем. Квадрат в первую очередь. Потом. Потом треугольник. Надо подождать. Разрываем. Да, можно, можно. Это после 7 часов вечера, часов 8 будем. Да лобби 57. Конечно, на пол. Мы на пол не ходим. Ты про чё этот говорит? Про целка? Ну я даже не знаю, если у меня там с гильдии будут люди. То есть вступаю в гильдию. Мы все пронесем. Потом будем звать. Чё, Балатора давай убьем, чё? Где там, бродячих нету больше? Давай ебанем этого дура. А, подожди, давай, чё там? Нету больше никого, всё, давай. А всё, давай этого большого. Агри этого петуха. Просто на скорость. Кто-то агри эти там похуил. ДК садит на этих. ДК, раз... лужу! Ты просто лужу кинь под него, когда он будет кастоваться, и все, и он на тебе будет моб. А, ебаш. Ебануться. Что происходит? Ну пусть ДК там забирает, ставит. А, я первый побежал. Где спина у него, нах? Ты не приди, ну вот, чё это за хуйня? Вы чё там, блять? Дрочите, что ли? Мосса, рисай, короче, мастерова, там два дерева еще есть. Разбежали с метки, чё бьёте-то? Так они только появились, что ты так корёшь-то, ёбаный по голове. Просто стоят они долго, я уже... Блин, громко кричишь. Да. Начинаешь шептать, Роми, как вчера. Давай потише, я тебе голос уменьшил, да.
А ему меньше. Врываешь сюда, все как будто сейчас пиздец, все прям по этому. Все, сейчас лужу кидай ДК. Кидай лужу. Да блять, Роми, ты заебал. Бля, вообще, не врывайся, пожалуйста. Крестик копия. С под морды уйди, дерево. Уйди. Развернул там за спину, идите сами. А почему вы расходитесь? Ты еще в Долоран его убеди. Хилы между боссов стойте, двух танков доставайте. Надо так расходиться. Поближе будьте друг к другу танки. Ебать, и все прибежали сюда, вы че, блядь? А, у нас же рейд. Сжигание вышли, разошлись. Луна остался, бей. Остался, бей там. Иди бей, блядь. Тут кружок прибежал, блядь. Круг, ты зачем от меня ушел? Стоял, бил босса, тебя меток рядом нету. Я с меткой сам. А толку ты должен стакать, если кто-то еще будет с меткой. Ты стой, бей босса. Ну все, короче, вышли с метками. Вышли все. Друг с другом рейндж, квадрат, череп. Все. Все тактику знают. Сейчас на халёне будут смотреть, как вы метки выносите. Вдруг хорошо. Двух танков хилит свой. А че старче делает? Хуипина. Пошли на свой. Метки кинулись. Спекнусь? В ретрик. Да, конечно, спекнись. Если успеешь, да? Звезда, пуляй. Ваши муки станут платой за это вторжение. Где моя рага? Алло. Встань под дыхание. Опоздал. Сука. Блять, да чтоб вас. Ты прикинь, бурста 20 секунд. Жажды смерти. Ноль раги. Сука. Крита нет. Да белых атак нет вообще. Почему он не бьет? Че это за... Атаки, походу, нет. Багнулась. А как она, сука, багнет? На сервисе есть такая херня иногда. Меня уебищ там. Макрос надо прописывать автоатакой и на него тыкать, и будет протыкиваться. У меня почти везде так вписано. Метки на двух скиллах. Раскол! Ставь тут огня тут, ауру что-нибудь. Забить, она не должна улететь. Все, если два раза не улетело, значит ДПСа хватает. Да я еще не дамажил. Давайте этих пидорасов убьем. Спекайся там танк.
по стеночке идем. ДК на боссе, танк на трэше. Гуляй. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что... Флаг Честер там только мы. Стойку готовься прожимать. Или мастеров кто-то из вас. Там будет филе. Еще два раза, наверное. И один раз. Вытащил. Ах, на второго не хватило. Глазки поднимай, мастеров. Да лечи так нафиг. Да поднимай. Она забрала была, зачем? Я так же сам протупил, да? Когда меня убило. Сторону едем. Кончить начинает. Блять, я даже хуй знает. Так, вы вдвоем начинаете. Лимон, помнишь, как я тебя просил? Вышли с круга. Что вы делаете? Вам выпало узреть начало эры разрушения. Так, я сейчас быстренько, минутку. Значит, 2 ДД в тиметре в свету. Так, я думаю, отъехал у нас кто? ФДК, да? Так. Дык-дымыч будет тьму-то. Блять, это вообще тяжело сейчас нахуй. Если ты просто начнешь, у тебя с огром проблема будет. Если ДК начнет, с постановкой проблема будет. Значит, вы начинаете вместе. Ты агришь, она с тебя забирает. Задача поставить босса в центр. Это вы знаете. Вместе на конях начинаете. Один с одной стороны, один с другой. Следующее. В тьме танчит. Тебе танчит. Блять. Я что-то не знаю. Алиса, ты будешь тьму танчить? Я просто не хочу, чтобы вайп был. Можно не надо. Можно не надо, все, засали, значит. Лимон, ты будешь в тьму заходить. И крылья на тьму оставь. Она будет в свет. И останется в свету. В свету с ней останется Честер. Соответственно, в свет выйду я, Моса и Роми. Не дохуяли? Я во тьме. Мастерол, ты во тьме, да. Следишь за отъехал за двумя друидами. Ну и там лимон у тебя танчит. Дай мне свистовую себе метку ставить. Сейчас я свисту дам. Там не то чтобы положение, ну метка, да, тоже. Если отъехал будет стоять с этой, с меткой, с дебафом, тоже ему будешь говорить, ну и друидом посмотришь. Есть друид. Ешьте, жрите, сейчас начнем. Жероми тут. Броню отдайте, у кого броня? Честно, прием. Подожди, а я в сумраке? Сумрак какую лучше поставить? ЧП нет, ничего нет, блять. На каст. Ставишь кастауру, да. Вообще, давай, сумрак зайду, поставлю. Вообще без кастауры ты там обойдешься. Друиды, потому там что... Там два да, им допинуть. Можно от тьмы поставить, кстати, ауру. Можно. На броню поставить. Или броню ему броню, да, броня. Броню еще раз нужно. Ладно. Там тьму диспелит, там есть. Тьму диспелит. Друиды, вы умеете оба диспелить? Один умеет, глазки умеешь?
если метки будут. Метки к краю выносят, только в рейде мне не диспельте, они ДПС уже не повышают. Он один раз сказал, там поверили, блядь, стали в рейде диспельте. Алиса, иди сюда. Направо. Направо. Ну вот я сейчас дракона сагрю. А зачем? Ты его, а ты у меня его заберешь. Зачем? Ты, вот вы. Ты ей подскажи. Зачем? Короче, зачем идите сразу в пизду, как хотите, так и делайте. Быстренько. Приняли готовность, зашли за линию. Пуляй. Я ебал вас стоять, ждать надо. О, хорош. Вот выбираешь. Все, выбирай, выбирай, орел. Еще на себя вот. Чуть шагов сделает. На себя еще протяни. Хорош. Ебаная. Она поближе может зайти. И Воля ушла в минус, и Бурста ушла в минус, блин. Чё было? ТВК, я это каждый раз, блядь, в прошлый раз убил, блядь. Как кота хвостом мне нет, они херачат? Не знаю. У тебя есть походная форма, которую можешь издать от дронки, если чё. Без формы нормально. Жаль. ДК и Честер не заходят. Когда Лимон зайдет, будете остальные заходить. Смотрите за Лимоном. И еще, стопните дамаг, пускай он агро хорошо наберет. Не бейте. Квадрат на Лимоне, смотрим за ним. Пошел, набираю агро срезку, да. Пошли. Звезду встали. Впереди, впереди, звезда. Так, агро ты видишь, Лимон? Есть у тебя опыт? Да. Ласки. Если что-то будет, там, сальвы, что сам скажешь. Двигаемся, двигаемся, двигайтесь, бегите. Двигаемся, смотрим. За звездой. Еще чуть-чуть двигайтесь, передвигайтесь, передвигайте, ага. Лезвие. Хорош. Сам в лезвие не попадай. Захильте его. Смотрите в лезвие, не попадите. Больше не попаду. Всякого лезвия. Бурсты отдаем. Значит, по стопанию. Чё там, как? Тьма стопает. А чё? Я подожди, я свет-то выхожу. Да ещё нету да. Фазы. Ты выходишь свет со мной, с мосой. Значит, тьма стопает 70%, свет стопает 30%. Готовимся к третьей фазе. Все остальное бьем. Мосс, Роми и я на выход приготовим. Смотрим, где портал. Пошли в портал. Вышли сразу. Свет. Ко мне передай. Чего? Ты в боссе там не стоп. Нет, класс. Так, я выбегаю. Диспель Честер. Свет стопни. Давайте, тьма пережимает. Вышли слушай. Там по Лимону будет сильный дамаг, оба друида жизни цветы, настакайте на нем и поддерживайте. Вношу еще раз. Бежали. Бежали свет. Стоп, свет. Свет, стоп. Долбим.
А тебе нормально вынесли все? БЗ нет, да все нормально. БЗ нет, сакра нет, хильки как может. Только щиток. Пробивает тебя сильно? Ну, без прожимов. Да, друид неправильно побежал, сейчас лезвие срежет. Убегает твой друг. Уходи срочно. Надеюсь, он не сдохнет. Стоп, свет. Свет стопоноги. Все вроде норм. Сдох друид. Глазки Соляного хиль. Моса БР. БР дашь как это. БР давай этому друиду. Хорош, друид, вставай. Ману, залей с огня, выйди. Залей себе озарение, ищи в портал, иди в портал обратно в тьму. Как лезвие не будет, скажешь. Нету лезвия. Есть. Есть, есть, стой. В другом месте портал. Ты заходи. Заходи. Заходи, сбег там. Вот, иди к нам, иди к нам. Каску дают тебе. Заранее. Мастер, немножко неправильно. Нужно уносить метки, которые уже лежит завтра. Почему? На лезвие вот. Свет стопанули пока. В эту метку, которую ты вынес, прибегает другой человек. Все, и ему должно быть удобно. А ты его отрезаешь своим метком. Понял, почему ты неправильно носишь? Все, добивай. Рукастые люди все правильно вынесли. Вот, вон нахлёст клади. Видишь, на лезвие на меня метки. Ну а что ты под морду выносишь? Ты бежишь вот здесь, вот темное дыхание. На, блядь, минус мастер, да, да. Нахуй. Ну чё, я тебе не так сказал, блядь. Мастер дубас. Как сказал, блядь, так и вышло. В итоге попал под морду, под дыхание. Нужно выносить завтра на рейду. А ты наднорил, блядь. Вот и всё. Ну я рак, чё поделаешь, хотя бы когда-то ступить надо. Я же сказал, ты неправильно выносишь, ты второй раз сюда побежал. Не делай больше так. Все, красавчики. 25-9, допустим, ты можешь спить пати. Я выносил как раз по тактике 25 гера, если бы было 4 гера. Мой продукт, я не спорю. Нет, ты не так выносишь. Ты выносишь перед морду, ближе к морде. Нужно выносить перед лезвиями, за спину рейд. У тебя прокрутка не так идет. Я привык, как Войт крутит, блядь. Он за лезвием бежит. Какая разница? Когда он бежит за лезвием, брат, другой, я сказал, вот бежит за лезвием, блядь. Я тоже сейчас бежал за лезвием, лезвие было слева от меня. Не, убегал, вот лезвие. Разница, так просто объясните, какая, либо догонять, либо перегонять. Объясняю разницу, если танк убегает от лезвия, допустим, подлогнул он, или фрезы на 10 сек, все, пизда там. Да. Вот и все. А если я догоняю лезвие, если меня фризануло, рейд убежит, я лезвие догоню. Поэтому, блядь, убегать от лезвия не выгодно. Поэтому лезвие... Давайте Алика убьем, давайте Алика первого ката. Вот это... Народ, вернитесь у меня, да. Да народ, вернитесь.